Нет, смену надо. 1-0 в пользу команды «Телеком». Вперед, мяча Влад. Никита Лазарев, команда ВСЦ 92. Евгений Епифанов бьет пенальти. Промазал! Счет по-прежнему 2-2. С мячом Антон Евтюхов. Виктор Лагин против Александра Кокова. Но у команды ВСЦ 92 еще один в запасе. Именно сейчас он решит. На воротах Вальдес Босовас. Давай играть.